Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по мультивалютному крану. Секундочку. Faucet Crypto. Я хочу показать, как работать на кране, когда убивает из крана нас. Мы вот бывает проходим как бы на кранах капчу и убивает из крана, нам не пройти капчу, чтобы заработать нам монетки, да? Значит, что для этого нужно? Ну, давайте я нажму себя, как бы, и посмотрим. Сейчас покажу. На собственном примере. Если видео затянется, прошу прощения. Значит, нажимаю claim. Так, секундочку. Значит, проходим капчу. Так, 9, 3, 2. Нажимаю claim. Так, сейчас перезагружу страничку. Такое бывает. Так, 9, 3, 2. Опять claim. И вот у нас появляется вот такая вот страничка, да. Мне не пройти капчу. И я много раз как бы закрывала кран, и я на нем не работала. Значит, что нужно сделать, чтобы проходить? Смотрите, вот здесь вкладочка такая зелененькая. Нажимаем на эту вкладочку. И идет отсчет. Ждем, пока пройдет отсчет. Ждем. И нас перебрасывают на страничку коротких ссылок. Видите? Нам надо пройти теперь капчу. Так. Ставим английский. Сейчас проходим капчу. Нажимаем, как всегда, на вкладочку. Ждем секунды. Далее get link. И все, я прошла. Вот, количество кликов нам на кране сократилось. Добавили новую криптомонету. Ну, я надеюсь, поняли, да, как проходить капчу. Чтобы. И что, вот добавили Niobio Cash, Minex Coin, Red Coin, потом Bitcoin. Ну, в общем, давайте я покажу. Лист. Значит, смотрите, вот биткоин, майнекс коин, ред коин, необио кэш, биткоин грин, вот равен коин, вот далее пак коин. Ну, это уже были, наверное, вы видели. Но много криптомонет новых добавили. И всего я насчитала, ой, сколько, 27, что ли, монеток. Ну что, о том, что кран платит, это без сомнения все знают. Не имеет смысла, да, как бы показывать. А хотела вот показать, как проходить капчу. Потому что я тоже постоянно, я очень много времени пропустила из-за этой капчи. Как бы. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!